Всех приветствую, с вами Неллис, и наконец-то я решился заснять уровни от подписчиков. Я, блин, достаточно давно просил, чтобы вы делали для меня уровни. Вот, то есть, сейчас даже посчитаю, сколько вы сделали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. A few moments later. 111, 112, 113, 114. 114 уровней вы для меня сделали. И я с сегодняшнего дня даже не проходил их. Ну как, я пробовал их проходить, но из-за некоторых причин, сейчас я вам покажу. Вот, то есть, некоторые я пробовал проходить, как видите. Но у меня видео не записалось, поэтому я буду сегодня их перепроходить. Давайте я не буду тянуть, и сразу давайте с первого начнем. Почему бы и нет. Такой вот левелок. Он достаточно легкий. Но в конце будет один подвох. Да, я узнаю уже. Я перепройду, потому что чуваку, наверное, обидно будет. Если он в топ-1 находится, я его не пройду. Класс. Так, все, погнал. Немного настройки сменил. Как видите, проценты сверху появились, и я опять сдох. Ай, господи, как так слиться можно было? Ай, господи. Так, вот все, я прошел. Капец, капец. Лайк я уже ставил, коммент тоже оставлял вроде. Не, комменты не оставлял, но оставлю. Так, дальше идем. Неллис превью. Что тут у нас будет интересно? А, это я тоже проходил, но ладно. На видео перепройду. Почему бы и нет? Это я на стриме вроде бы пробовал. Оп. Ай, блин, окей. Как же я обожаю баги, блин. Самое лучшее, что вообще есть в уровнях. Ай, почти прошел, блин. На самом деле тут музыка такая мрачная, немного не соответствует геймплей. Реально. Типа. Тут такое яркое все, музыка такая депрессивная, можно сказать. Ладно. Ой, как же я обожаю эту UFO-шку просто. Фух. Ничего не будет. Фух, все. Офигенная музыка. Реально офигенная. Класс. КГ. Лайки ставил уже. Неллис, коммент, плиз. Я тут комментировал хотя бы. Нет, не комментировал. Окей. Найс левел. Да, найс левел. Так, опять же, третий в топе уровень, а в конце я попробую взять что-то подальше, в общем-то, чтобы обидно не было всем. А, вот, третий прохожу. Так. Ну, достаточно легко. А, это, я знаю такой уровень, Амарила называется, в таком же стиле примерно. Неплохо. Офигенно. Обожаю такую медленную волну. Намного круче, чем быстро, блин. Окей, паука прошли. Дальше у нас тут волна идет.
Да, кстати, я иногда буду вырезать свой геймплей, потому что уровень длинный, а видео я затягивать не хочу одним уровнем. Поэтому не обижайтесь, если что. До сих пор волна идет. До сих пор идет волна, хотя музыка уже кончилась, это странно. Теперь вы слушаете только мой голос. Да. GG, наконец-то. 15 тысяч объектов. Фух, это было легко достаточно. Я бы сказал. Так, какой-то странный уровень нам попался, вот этот. Давайте попробуем вот этот. На лиц Geoplex Preview. Забавно. Окей, попробуем пройти. Вау. Вау. Это красиво, конечно. Капец. Почему такие красивые уровни обычно делают сложными? Странно. Почему нельзя красивый легкий уровень сделать? Обидно даже немного. Ох, что-то сложно. Ну что, блин, я только 12% прошел. Жесть. Какой-то он сложный достаточно. Блин, опять. О, что-то сложно. Окей. Блин, а что это такое? Давайте посмотрим, что там дальше будет. Летим, значит. Оп-оп. Летим вверх. Тут можно отпустить. И вот так я счетерил. Надеюсь, он против не будет, если я так уровень пройду. А, давайте попробуем. Оп. Ну все, полетели. Такого тут сейчас сложно будет. А хотя нет, все, я прошел, по сути. А, окей, надеюсь, так можно. Давайте немного перемотаем. Вот и все. Прошел. Фух, это было не так уж и сложно. Хотя бы рейд, ну и коммент оставлю, наверное. Если я не оставлял. Good, например. Good. Так. Давайте пойдем дальше. Так, опять уровень от гнома. Я не знаю. Я, наверное, не буду проходить еще один уровень от гнома, потому что... Ну, потому что, да. Обидно будет, наверное, кому-то, если я чей-то уровень не пройду. А, ну давайте напоследок попробуем Nelly's UT. На лист YouTube. О! Все, вот так вот мы прошли последний уровень. Так, сейчас я рейтну и лайкну, и комментарий заодно напишу. Ладно, вот такой вот мы комментарий оставили. Короче, всем спасибо за просмотр. Если вам такое понравится, ну, типа, уровни от подписчиков, то, в принципе, я могу еще такое снимать. Мне не сложно, наверное. В общем, с вами был Нелис, всем пока. We'll be right back.